До открытия магазина осталось 5 минут. Мы, как видим, люди стоят. Колоночка играет. Надо ничего, что 7 утра еще нету. Пускай играет. И увидим дома, которые расположены рядом, вынуждены сейчас слушать эту громкую мелодию. Уже минут 20-30 они, наверное, слушают. И они потом скажут большое спасибо руководству Lidl, что так позаботились о них, что разбудили с утра пораньше. Видим, да? В основном люди еще спят. Но тут идет веселье. Ну вот еще одна порция кофе. Даже датчик получили. Еще пару минут и магазин будет открыт. Как мы видим, подъехала полиция, чтобы смотреть за порядком. Люди в тревожном ожидании. Народа в очереди чуть-чуть прибавилось. Как мы видим, это представитель магазина стоят. Ну, последние 3 минуты. Сейчас будет открытие. У меня вопрос. 6 утра. Еще нету семьи. Громкую музыку людям не сбивают. Мы сейчас выясняем. Утверждают сотрудники, что есть разрешение на то, что будет музыка. Сейчас решаем эту ситуацию. Все, да? Да, да, выясняем, да. Вот да, да, что было бы разрешение, да. Да. Не совсем то. Поэтому сейчас выясняем на данный момент ситуацию. Ну, вы слышали, да? Labrīt, mīļie līdzinieki un līdzinieces. Labrīt visiem, labrīt visiem, labrīt visiem. Pulciemā. Mans vārds ir Liena Pilmane. Un esmu Lidl reģionālā vadītāja šim veikalam. Kopā ar mani šajā ļoti īpašajā brīdī gan priekš mānis, gan priekš viņas ir šī veikala vadītāja Darja Pukjene. Un pārdošanas vadītājs Manuela Grubmuļeva. Šodien mēs atveram 18. Lidl veikalu Latvijā. Apmēram tas ir tā kā pilngadība, ne? Un zinām, ka ļoti daudz mūsu klienti ir gaidījuši tieši šo veikalu. Un ļoti daudzus mēs jau esam jūs redzējuši pēdējās 2 nedēļas tojamies šim durvīm. Tā kā jau ļoti laipni lūgti būsiet pēc pāris minūtēm. Mēs strādāsim katru dienu no 7:00 līdz 23:00. Strādāsim zaļajā režīmā, ja, tad ar sertifikātiem. Ja, tad visi mūsu veikali arī šīs ir būvēti, ievērojot visus Lidl startautiskos normatīvus, proti izmantojot ilgspējīgus materiālus, zaļo enerģiju no tālas. Es esmu pārliecināta, ka novērtēsiet plašās ejas mūsu veikalos, vairāk kā pārējos veikalos mums ir, pa vienu vairāk. Lielo dārzeņu un augļu stendu, daudz jaunu un gardu produktu un arī interesantu nepārtikas preču piedāvājumu. Kā vienmēr augstas kvalitātes produktus un preces par vislabākajām cenām. Aicinām sekot līdz īpašajiem piedāvājumiem katru nedēļu, kā arī akcijām pirmdienās un ceturtdienās. Tā kā atvēršanās ir svētki, tieši šajā veikalā 4 nedēļas būs speciālie piedāvājumi. Sekojiet līdzi jaunumiem mūsu akciju bukletos
un arī mūsu aplikācijā. Aicinām jūs iepirkties pie mums un atļauties vairāk kopā ar Lidl. Laipni lūgtu, laipni lūgti mūsu veikalā. Paldies! Paldies, Liene, un tagad ir tas svinīgais moments, kad pārgriezīsim šo svinīgo lentu. Лента перерезана, считаем магазин открыт. 18-й по Латвии. Ну ко, лайтри лупи, бейкла. А я там могу потом снимать? Вы должны взять коляску. Я знаю, я возьму, да. Я хочу на входе снять какой-то резинный кабель. Вам ничего не нужно сейчас снимать на входе, потому что вы не пресса, это вы тоже покупаете. Ну, хорошо, остальные, хорошо, хорошо. У вас разрешение на громкую музыку есть, извините? Конечно, есть. Есть, да? В 6 утра музыка орала. В 5 утра мы не... Я говорю, в 6 утра я пришел, музыка кричала. В 5 утра музыки не было. А я... Надо... Что а что это было? Полиция приехала, у нас да. Есть разрешение, все в порядке. Хорошо, будем... Ну вот первые люди пошли. Все прекрасно слышали. В 6 утра у них было разрешение, чтобы музыка орала, чтобы люди не спали.